Я понял так. А, типа FIFA не загружается. Нет, ну если, допустим, вылетел игрок, бывает же, знаешь, что вот ты вылетаешь из матча, и у тебя FIFA сворачивается, закрывается. Ага. Причем да, это... Я подумал, что он обновляет ее. Не-не-не-не-не. Ну, я только что-то приорал. Да нет. FIFA грузится. Не, просто ребутнулся, написал. Сейчас опять они помчатся вперед. Короче, они пока первый не забьют, они вот так будут выходить, блядь. Мы раскусили их тактику. Давайте... Так, мы первыми забьем, тогда посмотрим, выйдут они. Да уже поздно, ёпта. А, давайте повнимательнее. Погнали. Хорош. Да что такое, же опять отскоки? Давай, давай, хорош. Давай, еще, еще. Забегает, смотрите. Забегание. Выбить. Стас, смотри по флангу игроков, сильно не смещайся, ты точно. Прям в их зону, не надо. Один, вернись. Пускай, пускай, пускай. Ага, на своей половине активно. Хорош, хорош. Сад, угу. Еще вперед, значит, ножки. Разыгрывайте, вдвоем. Был возможно. Возможность. Ну-ка. Ну, попробуем. Ага. Сыграй. Ебать. Хорошо. Скинул. Ну, почти. А что это? Не, нет. Центр, центр, смотрите. Прошили, центр, прошили. Нахуя. Внимательно, играем. Долго. Вышли, вышли, вышли на меня. Хорошо. Пробуй, туда. Ага. Хороший. Дальше. Давай. Неплохо, никто не успел. Так, крайний назад. Соп назад. Так, Вадим, ты мелкий, да? Давай, смотри, я закину сюда легонечко. Ты попробуй скинуть. Раз. Я? Нет, Данила, Данила. Бля, пипец, вот как оно туда идет? Вообще не туда. Хорош, привет. На, подкрыто. Угу. Еще разочек. Катайте, катайте. Ага. Пробуй. Да, могу. Можно было, конечно, мне, но нормально. Так, Дань, давай на полукруг, они все мелкие. Давай, да. Раз, два, три, гуди. Все, вот туда. Притянет. Ай, говорю, что притянет. Сам не тянул, а он там... Аккуратнее. Просто назад бегите и все. А. Блин. Ну, Вадим. Привезите. Можно. Блять, ну вот почему он в последний момент будет успевает? Так. Да, забрать на 11 метров. Смотри, давай на 11 просто вот сюда. Давай, давай, давай. Раз, два, три. О, пробуй. Ни хрена ты. Испытание. Брат, вернулись, вернулись. Аж никто? Можно?
Понятно. Ну, что-то, Лёха, у тебя странные выносы. Вообще не очень слабенькие. Ага, вперёд. Да, что ты, блин. Хорош, да. Подминовый типа не выдвинул. Хорош. Че, еще, давай. Да ебать. У меня кроджи. Не светитесь, спокойно. О. Здесь как они так стоят, блядь. Хорош. Вадим, ты куда на фланг сместился? Я побежал отвлекать. Че? Ну, Андрюх, ну долго, ну пасик, пасик, быстрее, ребят. Ладно, касание. Давайте побыстрее. Да, не дадут, а не думать. Вот, два касания идеально. О, дальше. Пойдет. Тащи. Ага. Да. Еще. Хорош. Ебать. Нормально. Ага. Успеем еще вот так повесить. Спокойненько тут. Вперед. Ага. Разыгрывайте. Да. Не, ну куда, блин? Ладно. Забудьте второй темп сейчас вообще, вот все, что отдаете назад, вообще все перехватывает. Верни же. Нормально. Да, О, ну не в одно, ну прими, да пробей. Да, такое. Бля, ребят, вы прикалываетесь или что, я вот не могу понять. Вы понимаете, что в одно касание удар идет херово, пас идет херово. Вы одно и то же делаете просто, блядь. В одни и те же, блядь, косяки делать, я вот не знаю. Очень хороший момент был. Как будто у вас, как я не знаю, какой-то мандраж, нервяк, блядь, забываете, что проходит, что не проходит. Сыграйте спокойно. Элементарно, блядь. Не можно ничего сделать. Давайте поехали. Понятно. Хорошо. Разыгрывайте. Вперед, просто. Опять же, Паша, зачем ты сместился туда? Хочу принять. Так там Сиви на зону. Ты к нему прибежал. Хорош. Давай затали. Нормально. Тащи, давай. Фланг не дайте ему. Ай-яй-яй. Оброс. Забегает.
Встань, спокойно. Обратно можешь. Это тяжело, блин. Ну. Не, ускорение это. Лучше отпустить там. Я без него был так. Ну, значит, прием кривой. Ага. Че, отыграйся. Возьми. Не, там не успевали. Ну что, играйте пасека. Торопимся, они это кроют, да, очевидно. Да. Похитрее немножко. Да, блядь, что такое? Ты заебал рот. Завис. Да нет, хуйня снимать. На него. Низ. Ну как он вас двоих убрал? Это смешно. Да. Блин. Одна-одного там. Ладно, играем. Ну. Стой, пас. Блядь, да ёб твою мать, блядь. Назад. Блядь, дом красного. Да там никто не забегал даже. Ну да, я рядом. Не придумайте велосипед. Сейчас это больше вперед. Стоит. Назад уже времени нет. 75-й минут, она будет шраба стоять. Но не на ход куда-то. Перед собой давай. Да, давай. Наш? Не, давай. Хорош. Привет. Ага. Разыгрывайте еще. Пойдет. Пойдет. Вперед. Он слева. Дальний буду. Бля. А, жалко. Бля. Такого нет даже, да? Нет. Да, нет. Подвигайтесь, что ли? Привет. О. Я упал как бы. Не успел. Ну ладно. Ну, блядь, все плохо. Центр. Ебаный. Блядь, это опять, что за хуйня? Что какое-то происходит? Пиздец. Меч забирай и все, блядь, и он умирает.
Его только не удаляйся. Нет. Не думаю, ты ножки пошатнешь. Я же открывал тут ножки. Ну, выше уже встречать. Хорошо, дальше. Блять, Дэвид. Ну, там скакал мяч. Можно понять, почему так произошло. Да ну нахуй, я в рот шатал, блядь, короче, ты пифу ебучую. Данил, вот скажи честно, ты сейчас боролся в воздухе какой кнопкой, вот только честно. В смысле в воздухе? Я вообще в воздухе чуть не был, я на земле упал, лежал. Нет, ну ты боролся до этого с запросом, ну, типа, с нападающим. Ты делал скидку, да, правильно? Я ничего не делал вообще. А кто боролся? Я не знаю, я, блядь, темпе бежал. Серега, у нас будет 3-4 минуты. Ну, был заброс, смотри, был заброс. Я не знаю. Кто-то в воздухе там с нападающим боролся, сделал скидку. Это кто был? Я хочу ротрек разорвать. Я не знаю, как говорить, потому что я только что сейчас отбил мяч, и он осколком не нападает. Ну, давай по-быстрому. Я имел в виду в том плане, что вы в своей штрафной пытаетесь там кнопкой пасом или навесом бороться. Это вообще бесполезно. Они у нас голову выиграли, хотя бы два раза выше, типа, вот я чего удивляюсь, понимаешь? Как это вообще возможно? Вот сейчас он, ну, бежал уже, да? Я бросал по центру, и он упал в подкачку, чтобы закрыть мяч. Просто я вот, когда играю против защитников, их, они всегда борются ударами, и я почти всегда проигрываю из-за этого. Ну, хорошо. Потому что я не пойму, ну, что я, блядь, делал не так. Я же тебе говорю, бороться надо на кнопку удара в своей штрафе. Это уже да, я был. Да, независимо от того, какая ситуация всегда. Это правило такое. Ну, типа. Не, я все понимаю, зачем ты мне это говоришь? Ну то, что так не проигрываете голову, почему, не знаю. Нет, ты виноват, а проигрываете вы. Голову в штрафной, говорю, проигрываю. Да какая голова, я сейчас на газоне жопой лежал, блядь. Вообще, я тебе говорю, в матче, типа, голову. Я не говорю про сейчас момент. Вообще, мы почему-то проигрываем голову своей штрафной, от этого куча моментов возникает. Да, еще мы не забиваем нихуя.